Я не могу привыкнуть к его голосу реальному. Награбил ноты под капюшоном, хранит инфу пораженный мозг умалишенного. Береги патроны от детей и детей от патронов. На стыке двух эпох закатит в дом с микрофоном. Пацан, чё бережно в себе хранил идею в стерео. Поколочу за старушку Эмми, за Чарльза, Рэя, Бамба, Уэя. Осада в деле, имей в виду, кобрательник у цука. Не в теме базука, разденет до гола предателя, мать его. Убаюкает время, стою, как и прежде, будто вкопанный в землю каюта. Моя до краев забита идеей, вот и стелим. Дома, как Кевин, готовлю ловушки, и в них же верю. Сорву куш, отметим, кушайте, дети, книги да буквы, заметьте, важно прозреть и гореть этим дримом. Однажды, поверьте, будет выхлоп. Главное, будь сильным. Я снимусь в кинофильме, кровь, грязь и пыль, где бомбы бомбили. И пусть трейлер выйдет, томные демоны умело стилить. Здесь надо, надо, надо. Я снимусь в кинофильме, кровь, грязь и пыль, где бомбы бомбили. И пусть трейлер выйдет, томные демоны умело стилить. Здесь надо. Далеко не Хоффман, но умело отыграл бы на районе жизнь. Про пацанов и бетонки, что стоят, как правило, и киснут. Про пластик и дырки, про судно, что село на рифы. Про свастику скифа, про молодых и сильных фифа. Цаца будет сниматься в моей шедевральной ленте. Типа такая вся стерва, и царапаться полезет первой. Горячая кровь, горячая жизнь, стальные нервы. До талого баловатней насытного зрителя. Камера моторы, я уже не тот какой-то перс из книги. Бесы, зыги, весы, сиги, там лютый замес по фильму. Я бы показал ту же духу, что давить на людей так сильно. Я вправе показать картину, как камень в огород закинуть. Я горячий локсток, два ствола, погоди до титров. Далеко не бокстрок, но слова закатил в эфире. Мияги, мясорубка, трек о фильме. Черные мысли в черной комнате, в черном стиле. Грязи пыль, где бомбы бомбили. И пусть трейлер выйдет, умные демоны умело стилить. Здесь надо, надо, надо. Я снимусь в кинофильме, кровь, грязи пыль, где бомбы бомбили. И пусть трейлер выйдет, умные демоны умело стилить. Здесь надо. Слушайте, ну очередной раз, вот что мы в прошлый раз как бы слушали, да, в лайв исполнении его, я приобалдела, мягко говоря, вообще. Что здесь? То есть у меня... Я не знаю. Или это реально какое-то все-таки подчистка? Хотя вот здесь я не на грамм, я вот прям реально старалась очень внимательно смотреть и слушать. Ну, я верю, что здесь может быть именно вот такое звучание, какое передается. То есть он настолько идеально чисто поет. Я вообще ни одной ноты здесь не услышала. Какой-то чуть мимо, чуть косо, закоса, я даже не знаю. И это, конечно... И, естественно... Да, кстати, может, надо еще как-то концерт глянуть. Вот. Может быть, там что-то другое, потому что здесь все-таки как бы это прям, ну, как бы специалити сделано, такое видео, да, может быть, какой-то там, не знаю, легкий эффект есть, но не верю. Ну, вот здесь что-то я, мне не верится. И в большем еще, конечно, таком, ну, не то, что прям уже шоки, но все-таки не могу привыкнуть к его вот этой манере. И я себя поймала на мысли о том, что вот я теперь еще один раз такой еще, да, в копилочку пунктик, я понимаю, за что и что его отличает. То есть вот так, как он, не поет никто, в принципе. Вот, ну, я не про рэп сам, да, вот не речитатив, ну и часть, а именно часть, где, когда он поет, вот припев. Вот, как сказать,
как бы подзадавленный, как будто он на связках поет, ну вот там не грудным отделом, а как будто на связках он специально задавливает, ну я даже не могу так. Но при этом это в первую очередь, это его отличительная черта, и за счет этого, ну и я так не слышала, что кто-то пел. Не то чтобы прям на связках, но он это как-то преобразил и преображает в такой образ и в такую атмосферу, которая, да, слушателю передается и на слушателя отражается, что ну, это звучит очень. Очень интересно, это хочется слушать, это необычно, это не как просто там взял, спел, да, отличительная черта будет только сам голос. Нет, здесь что-то именно прям, знаете, вот свое, другое, не как у всех. Что, Полина Гагарина так поет? Ну, я уже не знаю, по кому пройтись просто. Ну, первые, кто на ум приходит. Там, не знаю, Дима Билан, Сергей Лазарев? Ну, нет. Все поют хорошо, но есть артисты, у которых есть свои, как, так сказать, наверное, фишки, да, и все. Крутой чувак, что сказать. Молодчик. Молодчик уж. Слушайте, я еще, конечно, взяла шоколадочку с собой. Если позволите. О, добрый вечер. Добрый вечер. Я не знаю, конечно, как по-французски будет добрый вечер. Может быть, тоже бонжур. Бонжур. Ну, мы рады вас видеть. Как ваше настроение? Авангард. Как дела на работе? Бонсуар, простите, я в этот момент не очень этично поступаю. Кинула шоколадку в рот. Ну, кстати говоря, выступление Гагариной в Китае с песней «Кукушка» я слушала. Ну да, сейчас так стало. Ну, как-то коротенечко ты так отвечаешь, что в прошлый раз к нам залетал. Видимо, ты, наверное, подустал просто, да? Мягко говоря, подзадолбался на работе. Чуется мне. Вот. Так что видела, да. Видела. Ну, слушайте, она хороша в том, как, конечно, она тоже поет. То есть по ее диапазону музыкальному. Точнее, не музыкальному, а голосовому. Невероятные верхушки. Все это чисто. Причем ее тоже, кстати, хочу сказать. Вот здесь я сказала, да, как бы ощущение, как будто как голос подсдавленный и звучит на связках. У нее, когда на верхушке тоже зачастую берет, есть такое ощущение, ну, я не знаю, слышится вам такое или нет, но я просто. Ну, для меня и есть разница, когда там, допустим, как вот так поют или. Льется песня. Вот. На Live 151. Тип дешевле заказывать. Ну, не знаю, просто вот так поставили, да. После брата. То, что осталось, оплачивать надо. Печалька. Печалька. Вот. Чем мы тебе можем, Авангард, помочь? Я не знаю, как мы тебе можем взбодрить. Ну, в Китае, не в Китае, но еще Евровидение, на самом деле, взять. Она прям видно было по ней, конечно, вот это зашкаливающее волнение. Но то, что, конечно, да, она прям поет. Очень чисто. Очень. И такие верхушки берет, что прям уверенно. И вот я же про что говорю, когда на верхушке берет ощущение, вот это как будто что она куда-то прям задавливает этот голос, есть. Но это ее манера, вот, видимо, может, ее так учили, это или ее отличительная черта тоже голоса, вот это я тоже слышу.
Каролин поможет думать. А, ты сейчас хочешь, что ли? Я думала, это как вот с прошлым разом было, отдельно видео сделать, типа, или прям типа вот онлайн ты хочешь. Не, ну так-то чуть-чуть так-то можно подготовиться там, не а? Немного А, ты еще позитивчика старого. прислал нам что-то, боже, спасибо. Немного позитивчика старого вообще. Сегодня вот старенькое мы уже слушали, разненькое. Простите. Поведу себя чуть-чуть некорректно. Пооблизываю, пообсасываю пальцы в шоколаде. Вот. Ну, в общем, как-то так. Ну, то шла от Не, ну это сейчас мясорубка была. А до этого гражданская оборона была и группа, наверное, Сироткин так называется, да? Если Стас с нами, он уточнит. Но то мне понравилось, красиво звучит, необычненько. Вот.